Люди, спасите черепах! С таким призывом к нам в редакцию обратились неравнодушные жители курорта. Они обеспокоены тем, что участок от Чембурки до Россиянки окрасился в кровавый цвет. Не знаем уж, по каким законам природы, но идет миграция водяных черепах, и многие из них погибают под колесами машин. А напчане недоумевают, неужели ничего нельзя сделать? Может, знак на этот период специальный ГАИ поставит? Может, волонтеры дежурить будут?